Мы хотели бы с вами проконсультироваться по одному моменту. Мы знаем, что вы страдаете от недостатка воды в Одессе. Вот. И, пожалуйста, подскажите, как мы можем вам помочь? Спасибо огромное, господин мэр. Я действительно, вы хорошо знакомы с нашими проблемами. И спасибо вам огромное за такое предметное понимание происходящего у нас в городе. И также у нас есть к вам просьба и предложение поработать вместе. Я знаю, что у вас есть опыт по очищению воды, которая у нас есть. Они готовы отправить именно конкретную систему через Констанцию. Так как Одесса и Якогама Констанция являются природными пассивами, поэтому они хотят использовать отношения хорошие с Констанцией для того, чтобы переправить систему через них. В свою очередь, они уже согласовали все детали с посольствами и готовы оказывать всяческое содействие. Спасибо огромное. Мы будем с нетерпением ждать этой станции для того, чтобы уже приступить к водоочистки и внедрению новой технологии. И попросить вас еще о поддержке нашего города в вопросе принятия во всемирный список ЮНЕСКО. В Одессе очень много памятников архитектуры, у нас богатое культурное наследие в Одессе. Но из-за бомбовых и ракетных ударов, которые наносятся по Одессе, мы уже сегодня можем говорить о том, что нашему культурному наследию наносится ущерб. В частности, Воронцовский дворец, известное архитектурное произведение, архитектурная жемчужина Одессы, взрывной волной выбило стекла, повредило кровлю, отбилась и отпала лепнина, которая украшала это здание. То есть фактически мы видим, что сегодня варварски рушится культурное наследие. Да, конечно, мы знаем, что культурное наследие в Одессе действительно очень богатое и действительно нужно его сохранить, особенно во время войны. В свою очередь, мы гарантируем, что мы обратимся в Министерство иностранных дел Японии для того, чтобы они посодействовали вам в этом вопросе. Огромное спасибо за такое тесное сотрудничество, помощь и поддержку нашего города в наше такое непростое военное время.